Здравствуйте, мои дорогие. Вот, короче, проблема у меня с этими мягкими игрушками. Устала я их постоянно снимать, под ними пыль вытирать, потом их пылесосить, катки стирать. В общем, придумала для них, как можно сказать, домик. Потому что игрушек у меня много. И каждому нужно придумать домик, потому что вот они в открытом доступе такой. Поэтому сегодня будем шить для них домик. Потому что, как все уже знают, что у меня двое внуков, они приходят ко мне на воскресенье, ну или субботу, или воскресенье, и играют. У меня здесь еще вот ящик с их игрушками, книжечки всякие там, конструкторы, там лего, там краски ихние, песок генетический, там коврик, там тоже вот еще здесь записался. Это внук мой любит его очень. Хватит. Ну, о, там тоже всякие игрушки. Тут тоже ко всему нужно придумать что-то. Они в открытом доступе. Устала я вытирать с них пыль. Короче, будем думать. Так, ну для этого коврика нам понадобится вот такой кусок ткани. Он у меня 1,17 м в ширину и в длину. И в ширину 92 сантиметра. А вообще, как бы, у девушки я видела, что он круглый. Можно круглый делать. Но так как у меня не было квадрата, чтобы круг вырезать, я вырезала прямоугольник. А потом прямоугольник этот вырезала, сложила вот так в 4 части. Вот. И сделала вот здесь. Вот. Приложила тарелку и сделала, чтобы был... Сейчас... Приложила вот здесь вот, чтобы получился полукруг. Обчертила и обрезала. Для чего это сделать? Потому что вокруг вот этой ткани, вот так вот по кругу, будет пришит бордюр. Бордюр из вот таких ленточек. Ленточки у меня ширина 9 сантиметров, длина 36 сантиметров. У кого есть целая, вот так вот обшить, пожалуйста, целое. Я надела мне таких 9 сантиметров на 36 длину. Понадобилось 6 штук. Я их сейчас вот так между собой сострочу. Они будут длинные. Потому что мне потом их нужно будет, когда все 6 штук сострочу, мне их нужно будет сложить вдвое и пришить к этому бордюру. Дальше смотрим, что получится. Так, теперь, значит, мы делаем... Пришиваем вот эту канву, мы вместе все сшили. Вот получается вот такая длинная полоска. Вот. Пришила я отдельно вот такой крючочек, за который будет вешаться. Края вот эти я обработала, потому что их складываем вдвое. К лицевой стороне вот так вот, а этот пропускаем в середину. И вот так к лицевой стороне. Чуть-чуть можно больше. Вот, пришиваем по кругу. Дальше. Ну вот, девочки, решил ваш ребеночек поиграться. Так, ну вот, получился вот такой вот мешочек, который можно повешать, положить куда-нибудь. Можно на верхнюю полку, можно на нижнюю. У меня будет сзади шкафа на таком крючочке. Когда дети придут, вот так это делается. Раз. Развязывается. Ой, коврик этот становится так. Короче, вот берут, поиграют, какие не надо. Вообще, это хорошая штука для... Вот это много игрушек сюда, да, неудобно как бы положить. А вот... Для мелких, например, для лего, у которых детей много лего, можно сюда вот так вот высыпать. Так, ну что высыпать-то? Не на
Вот. Давайте немножко. Так. Вот они. Ну, это растянется. Он же будет большой, прямой. Потом вот так берется это. Можно так завязать. Вот. Завязали, повесили все. Когда ребенку надо, вы его опять развязали, расстелили, сделали квадратники, он на нем и играет. Он большой. Ну, я просто показала. Кто тут так орет-то? Вам понравилось. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Заходите в мою группу «Волшебный пендель от Эллочки». Я в группе ВКонтакте есть, в Одноклассниках. Всего хорошего, пока-пока. Задавайте вопросы.